Хавайи! Доброе утро всем! Только что проснулась, и вот он мой красивый вид. Та-дам! У нас сейчас где-то 8 утра, а в Оле уже 11, поэтому я уже такая бодренькая. Сейчас пойду к стоматологу, потому что сломался зуб. Не смейтесь надо мной. На самом деле, я вообще не удивлена, что это случилось. Забавная история. Когда я была маленькая, когда мне было лет 11, наверное, я пила буратино или какой-то тархун, что-то из бутылки стеклянной. Пила-пила, и мой маленький брат в то время, ему было тогда где-то года 4, наверное, он меня по дну бутылки ударил, и бутылка сломала мне зуб. Здесь. Мы пошли к стоматологу, стоматолог мне починил зуб. Здесь. Вот. И он лет, наверное, такие 7-8 хорошо продержался, так что я не удивлена, что сломался, потому что, ну, блин, такое же бывает. Вот, так что пойду к стоматологу чинить свой зуб. Вот мой аутфит на сегодняшний день. Я даже не знаю, как я про это чувствую. Мне вроде нравится, вроде и нет. Непонятно, мне компания присылала еще давно. Вот. Я иду на пляж, иду к стоматологу, точнее, сначала я иду завтракать, потом иду к стоматологу. Потом вечером в 5 часов прилетает Каролина, и мы идем ужинать куда-нибудь, но пока я вот я в своем комбезе. Крутяк! Фруктовый салатик. Тут есть гавайская сода, и я хочу ее попробовать. Женщина мне объяснила, что все такое японское, потому что из-за туризма, потому что очень много приезжает азиатов из Японии, из Кореи, поэтому они для них все делают. Вот. Хочу такие миски себе купить, делать себе дома смузи, боулс. Вот так вот. Мы вместе с кофейней. Здесь очень вкусная еда. Вкусные ацаи боулс, поки боулс. Вчера ацаи я здесь пошла. Видимо, у них в Гавайях все прикалываются по этому ореху макадамии. И я уже много всяких десертов видела с макадамией. Вот. Вкусняшки. Такие булки там. Я хочу еще огромное кофе. Вот это моя следующая. Они продают разную фоль. Черная соль, розовая какая-то, вон базилическая, золотая, так здорово, красная лава. Вот мои фрукты на завтрак, это стоило $5, это тоже 5, ну не знаю, цены вроде примерно как в LA. Салата должна была быть на двоих, но так как я одна, я пью его одна, оно очень большое. Очень вкусно. Оно с орехом макадамия и кокосовым молоком. Называется островское латте. Мне вот интересно, я когда не в Лос-Анджелесе, не в России, мне откуда говорить, что я приехала? Потому что все спрашивают, и я такая, я русская. И все такие, о, как в России? Я говорю, ну вообще-то я живу в Лос-Анджелесе. Все такие, да ты же только что сказал, что ты русская. И я не понимаю немножко. Потому что когда я была в России, все говорят, типа, ты откуда? Я говорю, я из Нижневартовска, ну, из Ханты-Мансийского округа. И все такие, ой, у вас там холодно. И потом они больше начинают спрашивать про мою жизнь, и потом такая, вообще-то я живу в Америке уже 3 года. Все такие, ну, что-то не сказал, что ты из Америки. Вот. А когда я в LA, я всем говорю, что я русская. Вот. Не местная. Я говорю, что я из России. Так что здесь я такая, я говорю, я русская, но я живу в Лос-Анджелесе, так что я из Лос-Анджелеса приехала. Я запуталась. Я в этой части острова еще не была, то есть мой отель, где я живу, или моя квартира вот за этим домом. И сейчас я перехожу такую речку и иду к стоматологу чинить свой зуб. Грустная история. Такие небольшие факты, которые никто не знает о Саше. У меня был сломанный зуб. Ну, я сначала очень злилась на брата, но потом я осознала, что мне было где-то лет 11, ему было года 4, так что бывает, но не все вечно, ничто не вечно. Я на пляже, сейчас иду в серф-магазин арендовать серф. Сделала я себе свой зуб у дантиста. Ништяк. Какая вода красивая, не могу.
Я только что посёрфила, было так тяжело. Я очень устала, ребята. Я не знаю, это жесть просто. Но слава богу, вода теплая, не как в Улы, хотя бы не мерзнешь. Но руки у меня так болят, потому что ты... Вот я 2 часа каталась, из этих 2 часов, наверное, 1.5, я просто гребла в океан, от океана к волнам, от волн, потому что, чтобы схватить волну, тебе нужно... Ты вот противоположную, в сторону берега смотришь, ты гребешь от волны, и потом он тебя подкидывает, и ты уже на волне, и вот тогда ты только встаешь и серфишь. И вот это вот греби, у меня так плечи и бицепсы болят, но я поймала 3 волны. Это для меня хорошо, потому что это мой только 3-й раз, когда я катаюсь, и, судя по всему, не все хорошо сегодня катались, потому что сложно, какие-то волны были непонятные, но, короче, мне понравилось, и я, наверное, завтра еще пойду. Я, походу, сгорела. Я пообещала, что я на Гавайях буду кушать только еду, которую здесь нету в Америке, в смысле, нету у нас в Калифорнии. Как бы суши у нас есть, но я решила быть аутентичной, поэтому взяла себе такую еду после серфинга. Мне очень нравятся эти штучки, я недавно только их про них узнала, они называются нари. Такое какое-то тесто сладкое из яйца и внутри рис. Я вот так вот с васаби и соевым соусом это все ем. Ням-ням. Я сейчас буду кушать matcha green tea ice cream, потому что это очень вкусно и обалденно. Это моя любимая. Взяла я себе мороженое зеленое такое с ванилью. Вкусно! Строки так и прут под крепкий затяг, и твои шаги все ближе ко мне. Yeah. What's up, everyone? Caroline just got here. I don't know what. She's trying to commit a suicide. She's not letting him. She's like, I love you too much. So she just got here. Show the view. This is the view. Sexy. This view is goals. And we're getting food tonight. So yeah. Oh, lady! She scared me. Alright, see you guys later. Say hi, Sasha. Oi. Hey, Brazil. В общем, мы в продуктовом магазине. Я все-таки купила эту соду. Сейчас я такая стояла, выбирала продукты, ко мне подошел парень, познакомился, взял мой номер телефона и позвал нас в поход. Вот, и Каролина покупает еду. Потому что она голодная, она только что прилетела, и мы планируем что-нибудь делать веселое завтра. So, we just got this soda and the cookies. The cookies are so good. So bomb. Guava. And lily koi. Probably a flower. Probably a flower.